Сегодня у нас 19 июля, и мы прививаем наших щеночков. Первая у нас чихуахуа, тигра, вот такая девочка. Прививаем мультиканом четверочкой, это наша отечественная вакцина. Делается она подкожно. Вакцинку мы уже погрели, набрали. Так, и так. Оп. Вводим вакцинку. Все. Первая прививка щенку сделана. Прививку делаем в 8 недель. Повтор у нас будет через 21-28 дней. Строго по инструкции. Делаем половинку дозы для декоративных собак, как положено. То есть одна прививка, один пузыречек, вот одна разведенная часть идет у нас на двух щеночков. Тигрушка у нас привита. Пока-пока, мы с прививкой.